Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать мои приобретения на блошином рынке. Я никогда не показываю свои приобретения, просто выставляю готовые короткие ролики, когда вот что-то купил. Но сегодня я почему-то решил показать вот весь объем, который я покупаю в течение вот половины дня, когда вот провожу на блошином рынке. И, может быть, кому-то нравится, значит, в двух словах расскажу. Охочусь я на блошином рынке в городе Валенсия, если кто меня не знает. И вот то, что мне удалось сегодня приобрести. Итак, начинаем. Небольшой такой обзорчик сделаю. Очень интересная вещь, это будем говорить как произведение искусства, это вот такая вот непростая троечка. Она 100% новая, то есть без каких-то там помарок, без ничего. Это просто была новая вещь, я ее приобрел, и она была в пакете. К этой прекрасной троечке шел вот такой вот прекрасный галстук. Это валенсийский стиль. Используют его на таких банкетах, на каких-то значимых вещах. Даже используют на свадьбах. Потом приобрел я вот такой тоже красный галстук. Галстук замечательный. И приобрел новый галстук. Это мальтийский галстук. Королевство Мальта, то есть очень знаменитый фасон. В таком состоянии его найти — это большая-большая удача. Так, ну по вещам сегодня все, я это убираю, чтобы показать вам что-то другое. Итак, сегодня мне, почему в принципе я решил заснять сегодня это видео, потому что мне сегодня, можно сказать, улыбнулась удача. Я купил очень хорошую картину. Это широкая, хорошая картина очень известного валенсийского художника. Вот его роспись. Полное название этого художника и его биографию я опубликую специально, кому интересно, в описании. Не будем заострять на это внимание. Дальше. Честно говоря, я этой картиной любуюсь. Это очень красивая картина, то есть очень хорошо оформлена. Но это очень большая удача. Дальше. Не менее важная удача — это керамическая такая картина. Видите, такой натюрмортик. Дынька, яблочки, виноградик. В Испании такие картины любят. Очень хорошо. Рамка — это чистое дерево. И смотрится это неплохо. Обычно такие вот рамки любят покупать, знаете, в бары какие-то там украшать. Так, тоже хорошая картина. Посмотрите, какое шикарное паспорту. Выполнено это все на бумаге. Но краска, вот как вот и надо проверить, краска ли это или нет. Вот я не знаю, здесь, ну так вот, если я смотрел днем, то видно там, что это краска. Ну, не знаю, как покажет видео. Это тоже картина очень хорошая. С ней нужно будет провести доработку. И вот эта вот рама, видите, она классическая. Мода 70-х, 80-х годов, уже прошлого века, да? Но, если мы ее покрасим в какой-нибудь модерный цвет, это будет очень-очень замечательная рамочка. Дальше. Как вы видите, тут у меня очень много книг. Какие-то часы. Какая-то коробочка еще.
Ну, давайте пройдемся. Значит, в первую очередь, что интересно, керамические часы французские. Видите? Made in France. Все. Кстати, я еще эти вещи все не обрабатывал. То есть, я вот пока снимаю, потому что приготовил это для съемки и для того, чтобы отснять этот материал, и в то же время это все я буду чистить. Обязательно, когда вы вот приносите вещи, обязательно чистите. Так, на чем остановились? Часы я вам показал. Книги, я люблю книги, потому что иногда попадаются очень интересные экземпляры. Ну, то есть, вот такая познавательная книга, это про алоэ книга, да? То есть, я не буду говорить сейчас цены, то есть на некоторые, ну, одну только я вам покажу книгу, чтобы вы понимали, почему вот интересно книги, да, покупать всегда вот на рынке. Вот эту книгу я, ну, чтобы вы имели представление. Вот эта книга «История Дикого Запада», выпуск 67-го года. И вот если мы ее возьмем, посмотрим, да, она в очень хорошем состоянии. То есть вот всякие фотографии, да. То есть, вот как там индейцы на каких-то там плавали, этих лодках, какие виды лодки были. Ну, смотрите, какие-то красавцы, какие-то индейцы там. Еще это все, то есть, как бы, очень большой материал. Книга очень большая. То есть, я даже не знаю, сколько страниц. 720 страниц, да, вот в этой книге. Ну, чтобы вы понимали, вот, например, вот эту книгу я приобрел. Я ее приобрел за 3 евро. Эта книга стоит во Франции от 100 до 150 евро. Вот такой разлет. То есть иногда посещать блошиные рынки очень-очень даже выгодно. На нем попадаются вот такие вот книги интересные, да. Сейчас мы их пройдем. Странности попадаются. Вот у меня попалась коробочка. Интересно, открою ее так одной рукой. Да, открою. Железная коробочка. Это от сигар, как я понимаю. Но, посмотрите, внутри коробочки от сигар вот такие вот этикетки. Если вы думаете, что такие этикетки никому не нужны, вы ошибаетесь. То есть, есть люди, которые за этими этикетками гоняются. Почему я их называю странная находка? Почему? Потому что, в принципе, очень ограниченное число там коллекционирует этикетки от сигар. Но это все равно есть, и люди это все покупают. Дальше. Тут просто вот нашел тесемочку, но тесемочку я люблю приклеивать к книгам, ну, то есть типа закладок, да, такие делать. Это мое личное. Дальше, французская книга, вот, пожалуйста, брошюрочка такая, 35-й год. В очень хорошем сохране. Вот, это 36-й год, испанская книжечка. Не очень хорошем сохране, но она очень популярная у коллекционеров. Вот, она тоже имеет место быть. Это я такое оставил, то, что мне, как говорится, я оставил для себя кое-что там. То есть у меня есть пару друзей, которые мы обмениваемся чем-то. Ну, кое-что может быть даже и продам, не знаю еще. Французская книга, видите, сразу старинный переплет. В некоторых книгах старинных очень тяжело идентифицировать год. Почему? Потому что не устанавливают год. Вот. Но это видно сразу. Книга старая. Начало прошлого века. Состояние очень хорошее. Потом посмотрим, какой год. Не знаю. Вообще, до смешного дошло. Мне попались две старые книги, это немецкие книги. Значит, немецкая книга
28 года, это почти 100 лет, представляете, брошюрка. Это история дикого леса, как-то так называется, так я с переводчиком перевел. Но самое главное, сам факт, что книга, брошюра 1928 года, немецкая. И вот вторая, это немецкая поэзия, называется «Усик». Не знаю почему, но это 26 год. И посмотрите, в каком прекрасном состоянии книга. Вообще замечательная. То есть, вот такая история. Увеличил конец. Не покупал, это моя личная. Дальше такое вот мое хобби, это печати. Вот. И вот такой пеликан старый, его надо очистить. Мне он для печати нужен. Так, часики французские. Это керамика, видите, снутри. Такие. Ну, винтаж. Его тоже надо отработать, и он будет неплохой. Дальше, детская игрушка какая-то такая деревянная. Вот. Это я выставлю в Фейсбуке, в группе. Может, у кого-то есть дети. Возьму для игры. Дальше. Какая-то такая подставка интересная. Я ее взял. Почему? Потому что это пластик, не дерево. Но вот так она под старину сделана. То есть под винтаж что-то, какую-то медаль приклеить. Все. И вот так вот. Ее, то есть, понимаете, она вот так вот складывается. Можно вот так вот ее отложил. Поставил, и будет на столе какое-то украшение. Но это я так взял. Мало ли, может, старинная медаль какая-нибудь попадется. Такое бывает у меня. И очень часто. Так, вот интересная вещь. Это обзор. Книга была вообще... Оригинал книги был сделан в 1841 году. Это копия. То есть, кто-то взял эту книгу 1841 года и опубликовал заново. Это испанский язык, все хорошо. И я посмотрел по интернету, да. Вот. Книга пользуется спросом. Тоже интересно. Так, что еще? «Альманах престоли». Не знаю, что это такое, книга какая-то «Альманах престоли». С какими-то вот описаниями, 67-й год, вообще не знаю, но буду смотреть. Интересное, значит, что из этого, вот это современные книги, я их тоже иногда беру. Почему? Написано в Нобрезге «De Harlem Way». То есть, мужчины, которые оставили отпечатки. Это идет такая серия книг, то есть это у меня 4 книги, они новые, в упаковке пластика, вот как вы видите. И идет описание о интересных людях, да, типа вот Черчилль, здесь Ван Гог, Пабло Пикассо, вот, Хемингуэй, Гарсия Лорка, вот, Антонио Мачадо, то есть интересно. Надо посмотреть эту серию. Если она интересна, то да, ее даже можно на что-то там или поменять, на что-то с ней сделать. Так, и последняя вещь у меня осталась. Это интересная тема. Это, будем говорить, офисная тема 90-х, наверное, да, 90-х годов. Но она как бы тут... Отклик 80-х и 90-х годов. Интересно. Смотрите, какая классная коробочка. И чем она меня привлекла. Вот посмотрите, это окошечко. Все просто. Поднимаешь вот здесь вот такую вот эту крышечку. И в крышечке выставляете фотографии. Окей? И то есть, что получается? Вы берете, вставляете фотографию, какая вам интересна, вы вот вставляете ее сюда, да? И у вас получается как бы на вашем столе любимая фотография и вообще любимые фотографии, там какой-то фотоальбомчик. И вот, пожалуйста, он у вас
под рукой, вы всегда на столе можете, когда, если скучаете о своих близких, там работаете, заняты сильно, у вас там бизнес, там еще что-то, и там какая-то пятиминутка появилась, бах, взяли, посмотрели близких, вспомнили интересные моменты. Ну, в общем-то и все, дорогие друзья, вот это то, что я вам хотел показать. Вот, показываю еще раз вам картину. Смотрю на нее и никак не налюбуюсь, да, очень красивая картина. В общем-то, вот это вот моя охота прошла в воскресенье на блошином рынке города Валенсии в Испании. Буду рад, если вы мне поставите какие-то отзывы, какие-то свое мнение, понравилось вам что-то, нет, и вообще заходит вам такой формат, нравится ли вам, мне это все интересно. Так, друзья, всем желаю всего хорошего, до новых встреч, спасибо.